2. В чем причина, раз в первую игру я играл, а именно Hello Neighbor Beta, и почему же я не стал играть в Hello Neighbor 2? В чем причина? Почему? И почему же я оставил эту игру без видеоролика своего? Дело в том, что та игра была слишком какая-то... На ней вроде ничего такого не было. Таких из обновлений. Да, она была какая-то забагованная, залаганная. И, в общем, я решил ее вообще не снимать. Нафиг надо. Но я вот тут постарался в новый. Бейте третий уже, чтобы вам не показывать заново все. Я тут уже сразу начал все. Так, давайте это все закинем. Я эти все вещи забрал у соседа. Так. Так, закрою дверь. Немного мешает. Так. Давайте мы сейчас будем поиграем здесь. Так, блин, как это сделать-то? Во! Нормально. Закрылось все. То есть открываем. Оба-на! Там даже не открывается теперь дверь. Все завалило там. Прикольно. Так. Ну что ж. У нас здесь нифига нету. Даже ключа нету. Который раньше здесь был. Так. Ну что ж, пошли. Тогда. Все, видите, коробок нет никаких. Где-то выходит. Камеры включены. Как так-то? Я же их выключил. А, кстати, ребят. Дом опять переделанный, там они вообще удалили элементы вагона. Ребят, мне бы хотелось вагон. Также они почему-то сделали здесь такой же офигенный дом. Я не знаю зачем, или это просто будет какой-то, я не знаю, я не знаю даже как это назвать. Или это просто будет как декорация дом, но смотрите, он очень хорошо проделанный, так что... Возможно, это будет наш второй дом, с которого мы будем что-то делать. Я не знаю. Пока что. Добавили бы сюда еще каких-нибудь людей. Что ли, я не знаю. Ну, я пока что об этом не знаю. Я об этом не думал. Давайте осмотрим город. Так, здесь какой-то дом, как я вам сказал уже. Он странный тем, то что у него вот эта штука, вот непонятный какой-то этаж. Хоть он ни к чему не прикреплен, а как туда залезть, хрен его знает. Ну, в общем, как-то так. Но так дом без этой штуки казался бы таким. Ну, конечно, у соседа это что-то я что-то реально нереальное, ребята. То, что он построил, это пипец какой-то. Помните, мы были на мельнице как-то? Да уж. Так, и сразу оттуда слетели. Так, туда мы сразу попасть не можем. У нас какой-то лимит сразу идет. Но зато мы можем посмотреть на этот дом, который как-то криво сделан на самом деле. Да, чем-то он криво сделан. Какие-то окна какие-то непонятные. Да. Но, впрочем, дом нормально сделан. Дальше у нас тоже какие-то дома идут. Дом, походу, вообще без дверей. Да. Или там просто не видно дверь. Походу, там нет двери. Да. Но мы можем здесь погулять где-нибудь. Здесь где-нибудь побегать. Сюда же сосед наш не пройдет. Так, тут чуть как-то не проделано. Надеюсь, это потом исправит. Четвертый там бить, или не знаю, уже в настоящей там в демо-версии, не знаю. Какой-нибудь. Так. Здесь добавили нам лестницу наконец-то. Блин, у меня тут залагала игра. Опять. Из-за программы, которую я не отключил. Так. Значит, что мы делаем? А здесь вот эта штука, которая пишет. Он, оказывается, вот этот диван, он его как-то отодвинул. Расскажу, что здесь было. Я, в общем, выбил это окно, поставил туда диван и закрыл ему вход. И то есть он пытался открыть дверь, и получилось, что он выбить дверь не мог. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как так-то? Я его даже не заметил. Как так? Что такое? Почему так? Я почему-то не успел заметить. Сука, ты где? Сука! Пидор! Ну как так-то? Почему я в дом-то влетел-то? Ладно. Ночное приключение. Давайте, вещи есть какие-нибудь здесь? Вообще ничего.
Туда-то, как я попаду, по-моему. Сука. Он там где-то ходит. Поэтому я побегу на эту сторону. Здесь вообще ничего не пройдено еще. Нам нужны коробки. Коробки. Да. Оббегаем домик. Сука. Ушел, видать. Камера. Видели? Как ее выбить-то? Ранее все открывал. Короче, как этот. Как какой-то Спайдермен, короче, прыгал. Вот отсюда. С этого. Туда прыгал. Все. Так, он где-то там рядом ходит. Вроде бы. Да стул задолбал меня. Постоянно. О, ключ. Как же его раньше не заметил. Так, вспоминаем, что у нас открывает желтый ключ. Я не помню. Это дверь, наверное. Ну как я туда попаду? Вы мне скажите. А, точно. Так, теперь можно отключать камеры спокойно. И уже бежать туда. Это довольно-таки круто сделано. Так. Блин, в темноте, конечно, это неправильно как-то все. Блин. Так. Дверь. Наконец-то. Все, мы открыли дверь. Сколько все сделано. Так, мы можем зайти сюда. Здесь я тоже был. Везде я здесь уже побывал. Так. У нас осталось, значит, что? Во, мы можем даже в эту зайти, наконец-то. Как место. Дальше мне не надо. Так, все, я ее открыл, наконец-то. Тихо. С собой кушаемся. Так. Что делает эта дверь? Кто мне расскажет? Да, здесь есть эта лестница, но как попасть? Это во-первых. Не, ну точнее, я знаю. Вряд ли у меня здесь это получится. Потому что, чтобы туда попасть... Так, здесь, значит, удалили элемент какой-то такой штуки, который играющий как элемент. Так, здесь нам добавили магнит. Нельзя ничего удалить. Там какая-то штука. Еще что-то. Где он? Ну почему он там? Он что, меня не видит? Молодец, конечно. Он меня не увидел почему-то. Очень прикол. Он позакрывал все двери.
и убежал. Проверил здесь. Так, здесь какой-то подарок. Сразу можно заметить. И заметили, что я без фонаря все это делаю. Так, здесь что у нас? Здесь какая-то эта штука. Что, он еще не ушел? Где он ходит, я не понимаю. Где можно ходить? Почему подарок находится там? Он здесь где-то рядом. Все, он спрыгнул, походу. Еще может вернуться. Давайте используем тарелочку, потому что я что-то не хочу терять магнитик. Так, надеюсь, он сюда к нам не попрется. Хоть он уже увидел, что его камера не работает. Он опять где-то рядом ходит. Видимо, это надолго. То, что он будет ходить где-то. Тихо. Если он сюда придет, надо хотя бы от него спрыгнуть. Видели? Он здесь рядом прям вообще. Если он сейчас откроет дверь, я спрыгиваю туда, вниз. Чтобы он меня не запалил. Так, как нам попасть на крышу? Самый такой главный вопрос. Не, ну точнее, я знаю, как попасть туда, но раньше она была как-то сделана рельсами, но тут рельсов как-то я не знаю. Так, это мы еще попробуем. Так. Молодец вообще, мастер. Прыгал. Временем я могу что сделать. Да, точнее, я не допрыгнул. Потому что у меня никогда это не получалось с первого раза. Как бы нам открыть эту дверь? Все нормально, у нас вроде ничего такого нету особого. Камера до сих пор выключена еще какое-то время. Так, у нас есть капкан. Теп капкан надо было выкинуть. Лучше бы. Но я и так это все сделаю. Так. Ну давай же. Есть. Берем. Оба-на. Так, теперь прыгаем обратно. Это у меня никогда не получится. Давайте сначала эти капканы выкинем. Потому что мне они не нужны. Вот не поверите, мне как капканы не нужны. Давайте пока откроется эта штука, давайте накидаем туда. Не, не ключ. Столько мусор там уже, офигеть. Так, ключ. Надо не потерять его, потому что мы его будем еще открывать. Так. Забить.
Зажигаем сразу. Надо бы еще по-хорошему. Вот тот ключ. А, да, точно, мы сюда уже. Может, сюда идем. Так. Все, мы открыли эту дверь. Можно ее закрывать. Батя, он куда пошел. Я его прям увидел. Так. У нас есть дверь. У нас есть какая-то штука. Сейчас разберемся в этом. У нас есть дверь. Как туда сосед попал, я их хуй его знает. Телепортировался. Так. Тихо, 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 тихо. Нам надо что-то подставить. Он же сюда не пойдет, он же не знает, что дверь открыта. Как бы. Это не знаю, только ВХшник знает, что где открыто. Ну, правда, подумайте так. Ай-яй-яй. Опасно, конечно, было. Почему они упали-то? Блин. Еще мне кто-то там писал. Я точно не знаю, потому что я не смотрю ютуберов. На ютубе. Так что не знаю, но кто-то мне писал на ютубе комментарий, то, что можно как-то взять лом. Я не знаю, правда, как открыть лом. Давайте проверим. Я не знаю, в этой альфе тоже так же, но мне сказали, надо его примагнитить. Тут лома нет. Тут закрытая просто какая-то штука. Но нет, обойти ее нельзя. А, нет. Стоп. Что это было? И как это работает? Скажите мне, пожалуйста. Че, сюда приперся? Давай же, можешь же как-то на крышу залазить было. Как ты двигалась эта штука? Так, тут у нас все сделано. И что там такое? Раз я туда не могу попасть. О! Пошло дело. Или мне показалось опять? Стоп. Так, лампочки, лампочки. Газ он. Является. Так. 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 Так, нет. Как же это работает, механизм? Есть, честно, я не понимаю. Честно. Холодильник здесь какой. Без дверей. Я не знаю, честно, ребят. Сколько я думал. Она как-то сама по себе открывается вроде. Я пока что не пойму как. Надеюсь, я сюда не пришел. Я хз. И зачем мне туда надо идти, я не знаю. Так, ладно. Что нам надо сделать? Вообще, по идее... А кто... Ёб твою мать, Я правда... Вообще, я испугался его. Я не ожидал, что он там появится. Я не знал, он именно спавнится где-то там. Это пипец, ребят, это так страшно. Я же могу открыть дверь. Он сюда зачем-то придется опять. Тварь. Блин, ни хрена не видно, если честно. Блин, не знаю. Так и я не понял вообще, как это делается. Ладно. Тогда ладно. Так. Давайте возьмем какую-нибудь вещь. Ну, это, наверное, есть. Так.
Давайте возьмем, например, стол. А, есть дверька. Стоп, как я туда попал? Стоп, как? Как-то? Как это было так? Что? Эй. Как я? А, ну ладно. Как я телепортировался? Я не понял. Ну ладно, туда-то я попасть так могу. Ну конечно, через текстуру. Ни хрена не видно, ни хрена. Так. Зря я сюда ночью пришел. На лестнице не можешь спалить? Или что? Он меня вроде видит, а вроде бы и нет. Вот в чем самый прикол. То, что он вроде видит меня, а вроде нет. Пониже этим спрячемся. Залагал. Походу, да, он все залагал. Так, сюда-то я могу спрыгнуть, нет? Вдруг еще упаду, поймите. Такой прогресс потеряю. Так, как он попал сюда? В эту комнату. Это интересно. Что это за комната? Вопрос теперь. Так, у нас есть еще такая штука, но, наверное, я по ней не смогу забраться. Или смогу? Вряд ли смогу. Но хотелось бы, чтоб мог. Нет, не могу. В общем, я не знаю, как туда попасть теперь. А попасть хотелось бы туда. Потому что там что-то интересное все-таки есть. Думаю. Так, у нас соседушка еще там. Слагал. Прикольно. Так, что у нас здесь за механизм работает? Я в этом пока что не разберусь. Так. Давайте еще раз исследуем то, что мы здесь увидели. Так, это нам нужно. Идем дальше. Комната. Комната без оружия. Так, здесь нам нужно ключ. Зачем красный ключ? Я хрен его знает. Он у нас и так был вроде. Без этого всего. Так, у нас здесь комната. Здесь есть какая-то такая штука. Если честно, я хрен знает, что я здесь вижу, здесь почти ничего не вижу. Это у нас соседушка наша. Вот, это комната. Так. Пока он со спиной, он нас не видит. Камеры работают? Нет. Ну хорошо. А, он выключил эту штуку, точно. Или нет? Если честно, я не разберусь. Так. Ладно, давайте пока что это остановим и уже продолжим потом. Это прохождение. Попробую потом. Прям с этого момента начнем. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Бас. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.